Всем привет. Говорю тихо, потому что мы вечером снимаем заброс. Давно не было бомбарей. Сейчас пойдем в бомбарь. Мне это понравилось. Ну тут. Куда дальше? А, вон вижу. Вижу. Вижу цель. Все, мы закроем. Понятно? Не знаю. Айфон полетал. Да? Да. Сыровато тут. Свети вниз, я же ничего не вижу. Ты мне в лицо светишь. А? Ты мне в лицо светишь, я ничего не вижу внизу. Подожди. Дай. Блин, по очереди поем тут сыр. Пипец. По очереди проголист, слышишь? А? Я же ничего не буду видеть. Что? Я же говорю, я ничего не буду видеть. Ну давай. Ты что, мы уже внутри? А? Мы уже внутри. Погнали дальше. Тут под ногами такая каша, короче. Вот и первая. Гермуха. Вентиляционная шахта, так называемый ВШ. Ой, господи, как я давно не ладил. По-моему, больно. Ой, этот запах ни с чем не спутаешь. Ой! Правильно написано. Да. Вот. Мы внутри. Стой. Ну вот мы уже внутри. Можно говорить немного громче. Не знаю, есть ли тут охрана или нет. Я здесь сам в первый раз. Еще мы давно ночью не лазили. И тут решили выбраться. В какую сторону идем? Мы же здесь. Безопасно. Ага, там уже... Новая жизнь. А? Там уже новая жизнь. Нет, там что за... Какой это номер один сумка? Склад. А, пойдем сразу на склад. Нет, нифига. Все, что можно было уже вынести. Ну, такой вообще. Маленький совсем. О, фу, да, такая. Живность даже есть своя. Ага. Да. О, ложку кому-то оставили. Ха! Где сухпай? Ложка есть. Сухпай съели, это же витамин скользит. Да, да. Но... Сейчас проверим. Дверь еще такая, просто дерево и забора часть. Ну, да. Видите, как он огромный, в принципе. Да, по размеру он не маленький, кстати. Пойдем вот туда? Или как? Давай сразу сюда вот двинем. О, лопату смотри, просто лопату уже. Звенело. Просто, я думаю, его возьмешь, она развалится. Да. Ну уже все, коррозия поела.
время ничего не чинит. Еще каски. Да. Вот только каски больше похожи на безопасное крепление. О, кстати, не, черный шпрот. Он на моей голове не будет держаться. Кто там? Что там написано? А там сейчас что-то написано? Строитель. О, это же про меня написано. Шпроты мои родные. Как их много там. Это гнилые. Кстати, какие-то интересные. Да. А, это о, прикинь, это намордник. Просто маски, да? Это намордник волосатых времен. Мне, кстати, на забросах не попадались. Тебе попадались уже такие? Нет. Реально первый раз вижу. Кстати, прикольно. Надеда, ну вон, стандартный шпрот. О, ГПшечки. Зелененький, детский. Для тебя. О, мой размерчик. Так, сейчас проверим сразу. О, фильтра оригинальные. Прикольно? Да, да, вот он. Новый, оригинальный. На все упаковках. Но они уже все равно, я думаю, какой там год. 11-й, приколи, или да, значит, это 26-й, 1-й, 73-й, или 73-й. Я не думаю, что это как-то для 11-го года он слишком стар. Ой, ладно, дышать нечем вообще. Да, фильтра интересные, кстати. Я реально тоже глазки вижу. А, это для смазки, короче, для обслуживания. Вон, они даже упакованы. То есть, сколько мы на забросах были, сколько мы бомбарей посетили. Ну да. Ну, такой намордник я вижу впервые. Тут все сгнило, интересно. Ну, он хотя вроде, судя по всему, не был подтоплен. Во. Вот и Ганнибал Лектор. Стой. Вроде столько бомбарей уже прошли в свое время. О. И вот таких вот мне не попадалось ни разу. Воздушная. Блин, как он выглядел-то изначально? Он все вообще в труху, правда, превратил. Какой-то аппарат, не знаю, да, температуру вряд ли показывал. Нет, что-то он. Как заражение воздуха. Да, может быть, что-нибудь такое показывал. Так. Что-то тут кто-то жжет. Он уже горело что-то, да, видно. Шпроты, кстати, черные тоже попадаются крайне редко. Да. Вот мы недавно, ну как недавно, мы в этом году в Украине были, я говорил, что редко попадаются у нас. Что там, ну куда что? Выбор и пригонка респиратора к лицу. Ой, она уже трухлява, ее можно. Не, ну я хочу сказать, что... Ну да, я просто говорю о том, что... Да. Фильтра, кстати, почему-то бумажные. Ну или из чего они там делаются, не знаю, кто там специалист. Подскажите. Что это? Не знаю. Эликсир молодости, может. А, нет, тоже какая-то прокладка была с бинт. Да, разнообразные такие эти шпроты. Черные, серые обычные. О, подкрадули. Ага. Уже раздербанили все-все-все. Ну да, видимо, те, кто первые сюда пришли, как обычно, все... Раздербанили, что-то ценное вынесли. О. Что там написано? Ампули GSK, ампулы УК, галеника, GSK. Гальваника участков. Наверное. Ну нифига тут слышите помещение огромное. Так это мы откуда пришли? Раз? Да, да, вот откуда мы пришли. Вот откуда. Мы здесь сюда. Вроде как этот. Кабинет с крестом дальше, наверное, это будет больничка. О, а тут сортиры, понятное дело. Ой, такие. Прикинь. Ну да, вот снизу эти люки, если поднять, там баки, короче, откуда говно откачивалось. Видишь, там ручки. Да-да, кстати, сразу и типа, детские. В смысле детские? Ну, мне как сам как раз. Ну, для тебя? Ну. Что нашло? Пожарные искали, все. А там тоже сортиры. Ну, женские уже, да. Такие убитые, двери тоже такие, ну, все развалились. Хотя, нет, я не пойму, вроде как бы нету, знаешь, то, что он был подтоплен на уровне воды, ну, хотя пыльно пипец. Пыльно очень, да. Очень пыльно. Вот это вон интересно, да. Нет, да. Сразу крест. Обратил внимание на крест. Ну, перчатки. Что?
упаковочный лист. Противогаз ГП-5. Ну, ГП. Партия. Ящики 40 комплектов. Опять же, двери, я просто прикал вот эти двери. Они раньше в эти как его. О, носилки. У многих в сараях такие же двери были. Это тоже уже ничего нет. Но более целый ящик. Склад был, да. Ну, шкрот. Да. Оп. Уже пусто. Пусто. А тут? Тоже все пусто. Тут, видать, самые целые были, их, видать, растащили. Что это? Не пойму, как он работает. И раздвинуть. Покажи, как ты что видишь? Да и ладно. Ну, короче, вот так вот взяли, подняли и понесли их в лоб. Ну да, как-то. Фиг его знает, как он там разбирает. Причем я помню, была у нас прикольная история. Там один в тюрьме решил убежать, залез на ангар. К нему с такими же прибегали, знаешь, и с помповикам хотели сбить. Но все-таки уговорили спуститься. Угу. Чисто тоже советский вариант у него, я еще удивился. Старый такой. Очень интересно. А, вот тут это как его. Дизельная. Да. Гена, ты блядь. Офигеть, какой он старый. Прикинь. Ну, подойди ближе, покажи, насколько он древний. Нет, тут все-таки, ну, сырость присутствовала конкретно. Там где-то, кстати, бирка еще где-то с годом должна быть. Нет, вижу номер, только парень. Его... Ты можешь его провернуть, попробовать, слышишь? Кого? Гену. Где? Вон. Вот этой? Нет, вон был этот. А, нет, она уже все. Да, жалко. Она уже не держится. Да. Жалко. Какая старье вообще. Все еще по-советским ходит, аж, да. Сейчас мы включим, не гони. Ой, не включим. Не включим? Нет. Эх, жаль. Специалисты, как вы думаете, реально запустить такого гена? Тут еще стоит второй. Ну, походу. Поменьше. Да, тут четыре, тут двухтактный, походу. Или двух. Ну, интересный бомбарь, интересный. Да. И вот отсюда, я так понимаю, либо заканчивался воздух, либо что. СТЭНЕРГОМОД. Че? Есть энергомод, энергоремонт, наименование типа, ой-ой-ой, 1975 год, ничего себе. Вот, мы хотя бы узнали. Меня еще даже не было. Ха. Да. Бак для дизельного топлива, смотри, какой-то маловато, 250 литров всего. Ну. Я думаю, тут на сутки бабай максимум. Вряд ли, хотя... да, его на долгое время рассчитывали, поэтому, скорее всего, бак такой маленький. Двери просто, вот эти двери, тут просто шедевр. Кайф просто. Просто вентиляж. С резиночками, все, чтобы все аккуратненько закрылось. Хоп. То есть получается, там был. Ты сперва зашел сюда, да, закрыл это, да, и потом уже... Туда, да, 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 да. Так, что здесь у нас? Электричная. Да, есть электричная. Прям пиздец. Так и древняя-древняя, реально. Вообще. Каких это годов тоже. Ой, вообще не знаю. Еще с этими. А, интересно, сюда что-то проводили, да. Со свечами. Значит, не свеча. А, нифига, что это? Опа. Инлайн куплер. Ладно, посвети мне, сейчас подключим. Надо, тут уже все полезно. Да, ничего не полезно, посвети мне, сейчас все подключим. У меня все лампы. Нет, я просто не знаю, что это интернет или это телефон, что вот это было, непонятно. И как, ну, судя по царапинам, кстати. Дербанили кого-то недавно. Да. Угу. Поэтому я говорю, сейчас вот у меня все три лампы есть. Вырубай рубильник. Да не буду, надо. Проверка. Кстати, можно так проверить. Ну хотя он вырублен, но слушай, я бы не стал. Нет, как искранет, да, конечно. Да.
ключи от дверей. О, нифига прикольно. А головка выброса воздуха. Прикольно. О, высокое напряжение, опасно для жизни. Да, кстати, он большой, он реально достаточно большой. Такие разветвления небольшие. Смотрите, какая дверь! Работает? Мне надо будет иметь 1000 фотографий этих дверей. Нет, ну она просто, ну посмотрите, она шикарная. Да, она реально офигенная, она не в каждом обладе сейчас еще есть. Сейчас правилка свежая идет. Там на небольшом замке лестница идет наверх в здание. То есть мы находимся под рабочим зданием. Ну да, кабеляли и протягивали довольно-таки недавно, кстати. Причем нас недавно просили, чтобы мы отсняли бомбари. Я говорил, что бомбари в основном все пустые. То есть какой-то минимальный хабар есть. Вот в этом меня удивило именно вот эти намордники. Намордники не знают. Я встречал такие фильтры, но они поролоны. И наличие черных шпротов тоже удивило. Они не так часто попадаются. Даже, я бы сказал, крайне редко именно черного цвета. Не знаю, с чем это связано. Почему у нас в основном все серые в Эстонии. Двери. Ну да, двери. А? Двери какие-то щитят. Интересно, реально интересно. О, здесь что-то писали на нас. Доска, да. Мы уже ничего не разглядишь, то есть уже давно и не пользовались. Ну, скорее всего, ничего не было. Не, ну когда-то, может, что-то кто-то и писал. Так, тут мы будем. Вода. Ну, заходи. Туда пойдем, вот, наверное. Да, что с этим подтопленным были. Не понял, может тут были или нет? А? Вот были или нет? Да, тачка. Вот эти лампы, они так отличные, висят вот такие старые лампы. Шалости. Все, кто-то убирался. Ну да, реально по металлу тут. Интересно, что здесь баки для воды, скорее всего, были? Да, хотел спросить. Что? А двери дальше что-нибудь? УЗ. Не знаю, кто знает обычно за аббревиатуру УЗ. Вот это пошарпанная краска, она вообще такой свой вид. Так, тут мы спускаемся стопудово. Какой главный штаб, короче, потому что... Вот, наверное, есть... Рок? Наверное, телефоны подключались. И есть это УЗ. Узел связи, да? Ну, я говорю, да. Это прямо аларм включать, наверное. Какие-то непонятные. Либо это... Я не знаю, что это было, но очень интересно. Ну, какой-то пусковой механизм. Да, но интересно, интересно, реально. Каждый бомбарь, в каждом что-то есть интересное. Какой? Командный пункт. А, вот это узел связи, это командный пункт. Класс, класс. Ну, ладно. Разгрузите мне, пожалуйста.
Будьте добры, загрузите мне ящик шпротов. Сами грузите, сколько надо, столько и берете. Эх! Да, классный бомбай. Вот чего делать? Или это, ну вот, я хочу понять, куда, как они были вот, в собранном виде. Не знаю, меня вот эти очень прикалывают, реально. Такой намордник. Как это все собиралось, интересно. Ну сюда же тоже что-то по-любому должно было идти. Ну вот я тебе про что говорю, это интересно, как это все собиралось. Да. Но целиком не... Так, ну подожди, мы еще пропустили, еще где-то, кстати, должен быть... Кого? Этот фильтр, фильтра. Где-то мы не все обошли. Интересно. Где-то мы не все обошли. Я бы даже... Мы сюда зашли. Он не вышел. А, нет, так мы тут не были. О, кровь тоже. Вот это дверь. Мне такие даже не попадались, реально. Это тоже вентиляционный отсек. Но отсюда выбраться нереально, то есть это чисто фильтрационный. Да, такой паук, короче. Вообще офигенный, дай красивый звук. А вот, видишь, тоже тут какая-то жидкость. А, нифига себе. Что это даже несколько... А, один. Просто он расслабился уже от старости. Ребят, если кто-то знает, если кто-то разбирается вот в этой советской всякие делах, напишите, пожалуйста, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Вот, видишь, смотри, тут же помещали, перекрашивали. В дизельную, в зал. В дизельную, да, в зал и укрепление. Да, классно бывает. Еще же какая-то фигня. Блин, я забыл формулу, короче. Сколько вот такой один этот, но они какие-то маленькие, кстати. На сколько человек по этим, короче, сколько вот этих стоит? Раз, раз, два, три, восемь штук. А, еще там, нет. Восемь штук, да, можно было рассчитать, короче, количество человек, сколько. И чтобы вы, кстати, понимали, вот с такими дверьми, дверями сейчас встретить очень редко, чтобы вот реально вот эта паутина, чтобы она целиковой была, я по это крайней мере... Замок. Да, но я по крайней мере не помню уже, где я такое встречал. Целиковая еще не разобрана на металл или еще на что-то. Работает даже. Давай вообще-то это... А? Не хулюгай. Да, вот тут еще стояли какие-то установки, но их скрутили. На 1.5 киловатта. Это вы, наверное... Отсюда засасывал воздух. Эх, все, она уже это... Ну, закислилась от... ВДшечка, да, все, закислилась. Ящик сливной. А тут какой-то сливной ящик, прикинь. А двери административные. Так, вот тут еще тоже что-то система отопления была, видать, или что-то. Ну, уже, да, все, уже все посрезали, все, что можно было посрезать, все уже ну, посрезали. Да. Или что-то мы пропустили. Не знаю. Но я доволен. Я реально доволен, что мы выбрались. Выбрались спонтанно. Часто ночью не вылазим, очень редко сейчас вылазки у нас ночью. Что-то увидел, что еще не видел. Напишите, видели ли вы все, что здесь находится. Если вы знакомы вообще с вот этой всей структурой, напишите, работали вы, может, в таком. Дайте обратную связь. И подписывайтесь на канал, и лайки ставьте. Пойдем? Да? Пофоткаем. Туда, я же вместе. А? Туда. Иди. Нет, а чё? Я у тебя потом заберу. Радио, розетка радио, еще у кого такие были.
Да, жалко, конечно. Причем тут это все стояло когда-то аккуратненько, походу. Упаковочный лист тоже, она там видела. И смотрите, внизу были фильтра, потом были, судя по всему, сумки. И сумки все сгнили. Потом вот эта вот фигня, если не ошибаюсь, для обслуживания персонажа. Ой. Противогаза персонажа. Но странно, что здесь нету этих жидкостей, знаете, которые вот попадаются. На забросах тут почему-то их нету. Странно. Очень странно. Ну вот как вот мне все не дают покоя вот эти вот штуки. Как они и куда они цепляют, цеплялись. Кто вот знает, что это и куда это и как это. Почему нету ни инструкции сборки, ничего. Если это просто... Фильтра на маску менялись. И тут уже такая своя собственная жизнь. Блять. Вот тогда. Масштабненько, масштабненько, конечно, нечего сказать. Сумки, да, жалко, все гнилые. Еще можно было бы взять, отстирать, но... Но. Ну, у меня есть. У меня есть. Но дело не только в том, что у тебя есть. А? Дело не только в том, что у тебя это есть. Нужно еще соблюдать правила. Правила чего? Правила того, что мы еще не берем. Ты сейчас все выкинул. Но все равно, как бы, некрасиво. Нет, да, с другой стороны, да. С другой стороны, шпроты, они как бы уже никому не нужны. Это все пойдет в утиль, понятное дело. Там, если кто-то там одну для себя возьмет, это еще ладно, потому что я видел, на продажу выставляют, вот это уже... Ну, такие на продажу... Ну, хотя, почему, в порядок привезти-то можно, ну... А все выставляют. Я бы чисто покупать, я бы не стал старую выпасть. Понятное дело. Так что она полюбасу была. Короче... Сейчас я быстренько пофоткаю, и мы будем убираться. А вы подписывайтесь на канал. Все, ладно, давайте, парни.